Казалось бы, что должно произойти в маршрутке, чтобы пассажир достал пистолет и стал угрожать водителю? По рассказам очевидцев, ситуация оказалась, очень прозаичной. Мужчине с пистолетом захотелось сойти с транспорта как можно ближе к дому. Произошло это на 75-м маршруте. Пожилой хулиган, как позже окажется, с травматическим пистолетом, потребовал остановить автобус в неположенном месте. Для водителя такое нарушение карается штрафом в 3000 рублей. Естественно, тот отказал. Тогда пенсионер поставил водителя перед непростой дилеммой. Аккуратненько достал завернутый в несколько слоев бумаги пистолет, щелкнул затвором и направил его на водителя. Но сражаться все же пришлось словесно. Мужчина, который, кстати, представился полковником полиции, стал оскорблять водителя. Тот, в свою очередь, полковника. Слово за слово вооруженный мужчина из маршрутки ретировался. Но вот беда, забыл, оказывается, две бутылочки на пассажирском сиденье. Чтобы побыстрее выдворить мужчину, упаковать горячительное помогли пассажиры. О дальнейшей судьбе этого полковника сообщила уже полиция. Личность мужчины, угрожавшего водителю маршрутного такси, установлена. Им оказался 64-летний рязанец. Он не является сотрудником полиции. Зарегистрированный травматический пистолет изъят. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 119 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью. Максимальное наказание до 3 лет лишения свободы.